Это территория детей. Здесь взрослые играют по их правилам. 100 вопросов, сотни детских взглядов и одна знаменитость. А вот не обидно ли вам, что вам постоянно приходится худеть из-за сына? Кто честно ответит на все почему и зачем? А кто откажется от ответа? Задайте 100 вопросов взрослому. А вас в детстве дразнили крысы и Ларисы? Скажите, а вы собираетесь сплетни о себе? И какая из них была самая смешная? 100 вопросов к взрослому. Открываем секреты взрослых.